Вопрос от Латин. Если Творец дает нам что-то, что мы не любим, как можно это получить это ради отдачи Творцу? То, что мы любим, это клипа. А то, что мы не любим, по-видимому, это святость. Так вот, нам стоит, как минимум, хотя бы в соответствии с этим, произвести какую-то сортировку между тем, что хорошо и плохо для духовного, для нашего духовного продвижения. Кто хочет любить товарищей? Да никто. Кто хочет быть связанным с, между нами и с Творцом? Да нет, никто. Нет, мы готовы быть близко и связаны с Творцом, но при условии, что мы от Него что-то получим, потому что это уверенно, это хорошо. Но просто так отдавать, конечно же, нет. Поэтому то, что с нами происходит, мы не хотим ничего духовного. И поэтому нам стоит выставить себя правильно. Так что все, что есть перед нами, это исправлять наши отношения к духовному и прийти к состоянию, когда у меня нет выбора. Я иду исправлять свою природу для того, чтобы привести себя в соответствие с Творцом. И весь мир выстроен так, чтобы мне в этом помочь. Чтобы мне понадобилось исправить себя, изменить себя, превратить себя, вывернуть себя. Как мы одежду выворачиваем, так каждый должен вывернуть себя. И тогда мы этим, мы будем подобны Творцу. И включаемся в него навечно, навсегда.